Так, поснимай вот это, да? Да, открывай обе эти. А ты просто отворачивай сразу. Нет, он там за эту сделай, за балку, вот эту. Ага. Да-да, дальше. Так, а, во, все, он держится будет. Сегодня у нас какое число-то уже? Второе, наверное. Второе, да? Или третье, второе. Второе. Второе декабря сегодня. 2015 года. Вот брат Никита. На ползунов 6 город Барнаул учится. Как топить здесь печь в храме у нас. Сейчас он берет угля. Привезли 10 тонн угля. Мы вдвоем загрузили все это. Ну, с Божьей помощью сделали все это. Вот крупные, ничего такие сильно. Сильно не надо. Вот такие, да, вот средние пойдут. Угу. Крупные, если что, надо. Еще чуток? Все, чуток, да, еще. Я уже тут батарея слабоватая. Она как батарея, как раз свой заряд, если будешь снимать, а если выключать, покажет, сколько еще осталось. Потому что там она как-то по-разному расстояла. Угу. Тебе что, снимать продолжительно все? Да, идем все. Потому что я выгляжу. Давай. Сегодня у нас морозно. Вода, я не знаю, сколько градусов. Вот. Это калина. Красные ягоды. А ключи? Вот она у меня. Привязаны. Так, пойду смотри. Показал бы, как они привязаны. Это предохранение от потери. Один из двух. Или вот этот, или этот. С красной завязкой. Запомни его. Ты меня как раба толкаешь. Идет. Помнишь фильм Иосиф-то? Он его взял за веревку, тащил. Че ты, до конца дожимай и вытягивай. Все, сейчас большой ключ. Вот тут ведро есть как раз. Оба ведра надо занести. Тут закрываешься. Изнутри всегда. А, вижу, тут всякие. Да, чтоб никто не проник сюда. Он пьяный. Да и трезвый тут не нужен. Да и трезвый не нужен. Но... Все, вешай замок здесь, на двери. Все. Так, вот это у нас верандочка, тут у нас комната. Отрастись как-то, да? Да, надо было. Может, веничком бы это почистить? Веничком, конечно. Куда веничек? Да, у меня чуть-чуть. Ладно, все, пойдет. Три поклона, как положено, заходишь с миром. Там сперва вьюшки открывай, вверху, внизу, все, с той стороны печки. Побольше открывай, вот так, ага. Вот сейчас внизу еще. Будет пособие. Все эти тряпочки убирай, а то все, пожар может быть из-за них. Это сестры у нас после воскресного дня столы убирают и вот вешают, потом сушатся у них.
кроме дров там ничего не должно лежать. Таз убирай тоже. В таз как раз все эти тряпки складывай. На стол ставь сюда. Вот. То есть всегда, брат, смотришь на этот, на этот, что включен. И потом туда проходишь, и там это прислушиваешься. Он должен гудеть тихонечко так. Насос. Что, забыл уже где? За умывальником внизу. Не слышно, это не слышно. Слышно? Прислушайся. Такое журчание какое-то. Да. Он-то. Он это. Так работает тихо, тихонько. Да если бы ты работал в настоящих котельных, вот там он здорово шумит, конечно, насос. Все туда к задней, к стенке отодвигай ее. От кружки выходи. А нет, подожди, стой. Неправильно, закрывай, брат. Тебе же надо вычистить сперва. Закрой. Вон пустое ведро стоит, вот в него складывай. Мусор оттуда можешь убрать. Конечно, да, совком. Лагерь мы так сначала она. Тебе только присесть надо. Можешь под что-то. Да, вот так. Чтобы видно было, что там было. Возьми газетку. Вот. Ну а прикрой, ведро прикрой. А то весь на тебя. Ну как выглядит? Сверху, конечно. Так. И что? Вот закрыл, совок набрал, приоткрыл, положил, опять закрыл. То есть вот такой смысл. Я понял. Да, чтобы пыль не летела сюда. Слава богу, вроде нормально все. Беспокоился, что вдруг трубу перехватит. Сейчас он берет эту тоненькую проволочку, вон она, сбоку, и прочищает колосники. Это двумя руками, да, быстрее будет. Застревает. Ну все, в принципе, нормально. Нам было чуть получше, конечно, но ладно. Сейчас отсюда выгребай. Даже с газеты, чтобы пыль не летела. Полностью вытаскиваю это все. Тебе поддувало, это тоже чистить надо. Ну это я в тот раз не выгребал, потом из этого много осталось. В воскресенье там много подбрасывается. Золы много. Газетку-то забыл. Да пыль-то вся на тебе.
камень какой-то, видать. Угу. Ну, бывает, попадает. Если возьму сейчас... Не-не-не, так не делай, не делай. Ты что, ты пыль поднимешь, знаешь какую? Просто вот это вычисти. Все, больше не надо. Все, и там вычищай сейчас под дуалсом. И вот, отодвиньте сюда. Все. Сейчас снизу подбери еще вон, на железке, которая. А, вот. Ну вот, на железе лежит. Поднести надо. Ну, потом заметай. Угу. Все, заметай. Тогда-то обратно ставь и заметай. К железке подставь, там у тебя лучше заметаться будет. Вот к этой железке подставь. Вот. И совок чуть это, наклон сделай побольше. Не-не, туда, вниз. Угу. Поменьше. Все. Ящик отдельно, обратно вернее, тут вот этот. Чуть-чуть приоткрыто его, держи. О, все. Открывай кружки сейчас. Никита, тогда шторку задерни, пожалуйста. Это светит, перебивает. Все, все, бери дрова сверху, вон они. Длинные самые вот эти, да, вот эти, убирай. И по одной складывай, как я тебе показывал. Да, 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 наклонно, вот на эту, на топку. Вон там вот она. У дверки он выступ есть, и вот туда на него ставь. Одним краем, а второй должен вниз быть. Да, вот так вот. Только смотри, чтобы не падала она. Вот так вот дрова ставится наклонно. Это меня научил брат наш Игорь Дубунов. Тоже занимался этой. Топил печь тут не один год. В храме. Еще пару полешек. Только потом эту, где же ты ее заморал? Я сам заморался. И эту мог, да, заморал тоже. Ну, потом помоешь руки. Так, теперь бумага. Теперь, подожди. Береста должна быть. Вот бумага, вот она у меня сбоку. То есть вот здесь должна всегда газета лежать. Подальше от печки, чтобы пожара не было никакого. Вот, бери. И вон там, брат, это, за столом должна быть это. Вот тут, где продукты у нас, внизу там увидишь. Береста должна быть. Вот туда иди, иди к двери и налей его сразу. Внизу тут. Есть?
Есть. Ну все, хватит, хватит. Потом еще принесем. Там их должно быть еще. Сперва газеты. Двери закрыть. Газеты сперва сминай. Нет, я зря туда положил. Ты же отсюда закладывай. Комку давай. И туда. Еще пару штук не хватит. А, брат, я тебе забыл сказать. Это, дрова-то еще туда надо было сложить. Вот сюда вот. Вот. То есть наклонно и еще вдоль вот так вот. Да, вот так. Чтобы они, да, вот как-то положил. Вот следующий клади. Это да, она тебя может замораться. Запросто потом замораться. Ну, у него черный свитер на ней. Уже постираю, все равно его скоро. То все-таки сестра подарила. Давайте. Старайся не касаться краев этих. Видишь, она у тебя уже коснулась. Ну, ладно. Кофта широкая. Кладет, наверное, еще. Да, ничего не видно. Не видно, да? Свет нужен. Ну, телефон нужен тогда. Да, достаточно. Ну да, только надо было их это немножко, чтобы они в наклонку к этим лежали. На этих дровах лежали, кончиками. Угу. Все. Сейчас бери газетку. Вот это вот. Раскрывай ее полностью и туда клади в развернутом виде. Хоть вдоль, хоть поперек. Может быть. Это же для того, чтобы уголь туда не присыпался мелкий. Сразу. Поддувало. Люди такая она. Угу. Во. А сейчас сверху пару комочков положи, возьми перчатки. Где у тебя есть, нет? Вон сверху лежат рабочие перчатки. Ну и те можешь тоже. Это мои. Надо было тебе сразу перчатки снимать. Выпряжать, да, по рукам можешь? Да, да, да. Чтоб потом, когда вываливать начнешь, чтобы она не сбилась. Прижми ее. Все. Сейчас засыпай. Отсюда только вставай, ведро бери и туда засыпай. Давай с Богом. Засыпай, засыпай, что ты боишься? Засыпай. Сыпь, 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 сыпь. Все, 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 все. Все. Во. Все, отставляй. Второе ведро засыпай сразу. Не видно. Засыпишь. Да, тут дыра-то большая. Что не засыпется, а потом подберешь. Во. Вон там на столе где-то перышко было, вон там, под бумажкой. А, вижу. Ага, возьми его. И заметай. Я иногда веником заметаю, когда перышки, ну, то есть, не иногда, а постоянно в основном. Тут кто-то перышко оставил, можно и не сделать. Все, кружки закрывай. Кружки закрывай. А бересту-то? Приходите. Бересту потом уже. Ее же снизу закладываешь. Все, бересту бери. Это убери туда ее сразу. За трубу. Угу. Так. Все, сейчас на газетку вот эту бересту клади. Пополам еще сломай, убей ее. Так вот. И сверху клади. Чтобы она на газетке лежала. Поперек вот так. Не так. Сверху газеты. Газету прижми. Вот так вот. Угу. Вторую. Ну, вот так вот. Эту. Если так войдет, так можешь запихать. Во.
Все, сейчас сверху бери, вон там тонкие, которые есть, палочки. И их туда закладывай. Короткие и тонкие. Сильно длинные не бери, они тебя там не залезут. Вот такие вот короткие, вот они. Вот такие вот самые то, видишь. Угу, вот такие, да. Там, которую ты длинную брал, ты можешь ее сломать, ты зря ее откинул. Тут нет, вот там предыдущий у тебя был. Вот это, да, кончик сломай у нее, и она у тебя зайдет. Ну, может, так-то зайдет. Смотри там. Поперек. Клади прямо на бересту. Поперек, поперек. Поперек это как раз поперек, а так это вдоль. Вот так вот поперек, да. Ну, я имею в виду печки поперек. Сперва тонкие складываю, а потом толстые. Чтобы они тебя грели. Ну, под низ клади тут. Не-не, так не клади. Не-не. Только поверх. Потому что тебе же надо, чтобы загорелось. Здесь вот сюда вот клади тоже, вот на это место. Если есть, еще можешь посмотреть. Если нету, то... Все, давай спички, вон там лежат на полке обычно. Все. Давай, помолись им. Богу. И закрывай сразу. Побудет у тебя все. Сейчас ждешь, пока разгорится. О, 23 минуты, ничего себе. Только чтобы зажечь. И одно ведро только набирали. Ты уже остановился? Здесь? Нет, еще. Здесь оно близко. Значит, это поддувало надо прикрыть вот так вот. Угу. Тут техника безопасности, насос. Да, вот там прочитали инструкцию. Вот. Перед растопкой печи необходимо открыть вытяжную заслонку. Очистить топку из зольник от шлака. Включить щит циркулярный насос. Вот здесь. Разгрузить топку дровами, разогреть топку, закрыть поддувало. Засыпать уголь из поддувала, да. Не более двух ведер. При этом заслонка открытая на 100%. Открыть поддувало. Нет, ничего. Открыть поддувало. Да, сейчас можешь приоткрыть. Давил немножко. Много не надо. Вот так достаточно. Угу. Хорошая. Вот это имеется в виду заслонка? Заслонка нет. Заслонка вот. А, вот эти... Задвижка ее называют. На 100%. Вот это вот нужно только для растопки, потом она раскочегарится, ты ее закрываешь, когда разгорится. А так пускай это будет. Угу. Дровишки там есть. Да, заранее дрова притаскиваешь, чтобы сохли у тебя тут. Помельче их колешь. Тут дрова служат чисто для этого, для растопки. В основном уголь горит весь. Да, только для растопки, иначе дров не бросишь. Иди, сейчас пока проявлюсь тут еще. Давно печь не топила, обычно она не убинетная. Угу. Все, тут заметаешь, порядок наводишь, золу выносишь. Здесь потом. Зола должна быть холодная. Если горячая, то надо сразу где-то здесь не остолетник, когда иначе прогорит. Угу. Покажу потом рядом с мусорными баками бывает. Угу.
так вот. Ну, слава Христу.